Детские утренники, спортивные соревнования, театральные фестивали и все самые популярные праздники страны. У Самарского отделения Всероссийского общества инвалидов колоссальный опыт в подготовке и проведении самых различных мероприятий. Итоги работы за год подвели на торжестве, посвященном 35-летию общества. И это стало отличным поводом для самарских общественников выйти в свет, пообщаться с коллегами и зарядиться хорошим настроением. Люди пришли, в свет вышли, оделись, накрасились. Вот посмотрели, как они встречались, потому что повод встретиться. Это очень важно. Ну, а дальше будем жить дальше. Поздравить самарский филиал Всероссийского общества инвалидов собрались их лучшие друзья. Это и организации, которые выступают в качестве спонсоров различных мероприятий, и депутаты, и представители разных творческих коллективов. И, конечно, специалисты регионального министерства социальной политики и городской департамент опеки и попечительства. Все они вручили подарки и благодарственные письма лучшим общественникам и поздравили с юбилеем общества, а также с наступающим Днем инвалида. С вами очень радостно и тепло работать. И хочется поблагодарить вас за то, что ваши души и сердца всегда открыты. Ведь это так важно, когда есть человек, которому ты нужен. В завершении торжества всех гостей ждал сладкий подарок, а также жизнеутверждающая постановка по мотивам произведения Горина и Арканова «От театра так просто». А сами общественники продолжают подготовку к предстоящему форуму, который состоится на территории города с приглашением гостей со всего федерального округа. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.